дорогие друзья! Сегодня с вами Алина, я записываю для вас блог из солнечного Киева. Здесь нахожусь с 7 часов утра, очень классная погода, море впечатлений, уже много фотографий. Я надеюсь, что мы с вами проведем очень увлекательный, захватывающий день, и я расскажу вам, что такие творческие дела привели меня сюда. Я не знаю, в чем закономерность, но каждый раз, когда я приезжаю в Киев, обычно я приезжаю на какие-то конкурсы, начинается дождь после жаркой погоды. Так произошло и в этот раз, но к счастью, в моем большом, сейчас 10 часов утра, и наконец-то нормальная погода, и сейчас мы на Софийской площади. Здесь будет какая-то ярмарка, если будет что-то интересное, я обязательно для вас сниму. И у меня есть еще немножко времени, чтобы погулять до официального мероприятия, поэтому все, что интересное, что я увижу, я постараюсь записать в этом видео. Я дуже багато створювала статей про архітектуру Закарпаття, і мене ця тема дуже захопила. Тому я почала писати знову і знову, і в мене, напевно, більша кількість статей стало про Закарпаття. Тільки що я вийшла із виставочного залу, який знаходиться в Софії Київській. Зараз я дихаю во дворі, розглядаю свої подарки, серед яких є замечательні книжки. Я заняла первое место во всеукраинском конкурсе по написанию статей для Википедии. Темой конкурса было освещение памяток архитектуры и истории, которые есть на территории Украины. Честно говоря, это такое сегодня прекрасное ощущение, когда я понимаю, что целый месяц я делала то, что должна была сделать, и это принесло свой результат. Я немного устала, потому что церемония была длительная, после этого мы садили деревья, это так было классно, и тяжело поверить, что все это может произойти с обычным человеком. Просто если он этого действительно захочет. Мы продолжаем прогулку по Владимирской горке. Сейчас у меня есть свободное время, еще часов 7-8 до поезда, поэтому я максимально рационально пытаюсь потратить его. Исследую город, исследую интересные места, которые я помню со своих прошлых поездок. Очень хорошо провожу время, могу сказать, что сейчас я понимаю, почему когда-то в первый раз, когда я здесь была, мне очень понравился Киев. Сегодня один из самых лучших дней, в принципе, вообще. День очень насыщенный. Вы можете себе представить, что я даже приняла участие в посадке деревьев в Софии Киевской. Это огромная честь для меня, и такое неожиданное событие. В общем, этот конкурс
моих самых любимых мест в Киеве, это, конечно же, Андреевский спуск. И я вам хочу немножко показать его. Надеюсь, что смогу купить какие-то сувениры и магнитики, кружечку, возможно, тарелочку какую-то, если найду по приемлемой цене.